Я приехал на Юкон не за тем, чтобы болтать и заводить друзей. Я здесь, чтобы искать золото и зарабатывать. До руды мы добрались, но без промприбора она бесполезна. Может, у Рика есть план? Не знаю. Начинать сезон без промприбора было глупо. Но у меня не было выбора. Мне не хватило времени над этим подумать. Всю зиму я провел рядом со своей мамой, и я об этом не жалею. Рик заботился о своей матери Джуди. Она умерла от рака мозга всего за пару недель до начала сезона. У меня есть Руби. Моя прелесть. Но и дела надо делать. Я обещал маме, что в этом году добьюсь успеха, и это сейчас самое важное. Я должен сдержать слово. Выбора нет. Руды нет, промприбора нет. Но еще не вечер.